Всем привет, вы на канале Apollo Games, и сегодня у нас на обзоре игрушка под названием Pangea Survival, а точнее ее демо-версия. Основная версия, то есть уже релиз, должен был быть 19 вроде июля, но разработчик отложил. Короче, выход игры, и пока посмотрим на демо-версию, давай нажимать play. Главная менюшка, конечно, сразу отталкивает. Да, может быть, рисунок самый неплохой, но мне кажется, это не то, что должно быть в главном меню игры. Так, тут нам предлагают либо найти сервер, либо его создать. Давай попробуем найти. Нет серверов, ну и я так и ожидал, как бы. Так, два слота, Steam. Тут карту можно выбрать. Ну, давай создадим так. Тут у нас появляется менюшка выбора нашего персонажа. Я не могу сказать то, что динозавра, потому что здесь есть и люди. Ну, конечно, травоядные и плотоядные. Динозавров очень много. Вот тут еще прокручивается вниз. И мы, наверное, их все посмотрим. Я покажу там какие-нибудь анимации, типа удары и все в таком духе. Но давай вот так вот взглянем. Есть горгозавр. Давай сразу за него попробуем. Просто сначала посмотрим, что вообще за игра. Так, а чё так темно? Ну, типа утро какое-то, наверное. Время показывается, наверное, жизни нашего сервера, который мы создали. И температура 103 градуса. 103... Может быть, по какому-нибудь другому градусу. Ну или это градус моей видюхи, потому что игра очень сильно не оптимизирована и комп греется. Так, звук ужасный, сразу слышно. Ну типа он так похрипывает, как больно ушам. Могу понадеяться только то, что у вас там звук не громкий сейчас. Я вроде как все откалибровал. Внизу у нас стамина есть. Наверное, жизни где-то есть и голод. Ну, типа вот этот интерфейс. Он ужасный, у меня как будто какие-то ячейки инвентаря есть. Слева телепорт. Что вообще происходит? О, это эскейп. Я могу графони здесь подкрутить, да? А, и время суток. Понятненько, ну, я думаю, это из-за того, что это демо-версия. Ну, давай день сделаем вот такой вот. Посмотрим хоть на нашего горгозавра поближе. Вот так вот он выглядит. Моделька, я бы не сказал, то, что какая-то ужасная прям, но немножко мыльная. Ну, то есть, не совсем приятная. Если я не жму на Shift, я кручусь как на Alt-е в Исле, просто на месте. Вот так вот. Это странно сделано, почему у меня, типа, шага-то нет? Или, может быть, как-то это переключается? Ну да ладно. Вон там травоядные есть, пошли посмотрим на них. А, то есть вот так вот, да? Это я плаваю. Это серьезно? Может быть, из-за того, что я прыгнул? Так, Карита, давай попробуем его покусать. Как же шкивает его хвост, ё-моё. И он просто в воду уходит. Ну ладно, его мы оставим, пожалуй. А ты плавать вообще умеешь, нет? Нет. Попробуем за других динозавров еще. Может быть, только у горгозавра анимации нет плавания. Так, иди сюда. Ох, ё-моё. Давай посмотрим хоть, как это выглядит. Он почему-то на нас вообще не реагирует. Можно, конечно, списать это на демо-версию, но... Я думаю, просто игра кривая. И да, кстати, когда игра выйдет, видимо, я вот сразу уже понял то, что если она будет продаваться за деньги, покупать ее не стоит. Смотри, как трубка режет. Просто текстуры растягиваются куда-то. Ё-моё. Ну, коллизия есть. Что-что, ну, типа и с динозаврами самими, и с трупами их. Давай посмотрим, кто там. О, просадка FPS сразу пошла. Стерокозавр. Ну, привет. О, сейчас он шагом просто пошел. На Shift не надо жать. Мне кажется, то, что горгозавр просто здесь пока еще сломан. И, ну, типа, проверим это. За других. Ну, потому что смотри. Ему, типа, вообще плевать. Давай хоть посмотрим, как трубка режет. Но опять лапы в небо улетают куда-то. Так, ну и все. Тут вот еще какие-то травоядные. Карта, ну, разные биомы есть. Некоторые, конечно, пустынные, как вон те горы. Ну вот какой-то типа пляж. Там вот лес. Это тоже какие-то деревья пляжные, наверное. Так,
Ну и ладно, давайте с другого переключимся кого-нибудь. Вот тут такая еще интересная вещь. Я нашел в списке Джима Ценни. Джима Ценни — это вообще аллозавр. Точнее, прародитель аллозавров. Ну, которые обычные. Это типа как какой-то отдельный вид, который был открыт. Они типа были какие-то крутые. Если кому-то интересно, можете сами поискать, почитать, разобраться в этом. Я особо не вдавался в подробности. Давай кого-нибудь следующего посмотрим. Ну, гигантозавра. Появился я теперь в другом месте. Давай я сразу на день поставлю. Ну вот, типа рассвет. И графонич подтяну в плане теней. Хотя, может быть, это из-за теней так лагает. О, привет. Кто-то мелкий стоит. Ох, ё-моё. Я ошибался, когда говорил про те трупы, то что текстуры улетают в небо. Потому что, ну, вот это да. Вот это улетают в небо. А там всего лишь, ну, чуть-чуть растянулись. Давай его еще там потоптаем как-нибудь. Потопчем, точнее. А, нет. Нет. Двигается все-таки. Я уже думал, гигантозавра коллизия как-то сломана. Ну, смотри, я его прям на ногу надел, как ботинок. Ё-моё. Что за звуки бензопилы? Как будто... Не знаю, что-то завелось бензиновое. Кто-то ходит, какой-то большой хищник. И он на меня агрессирует. У него, кстати, не подсвечено, но я так предполагаю, то, что это... Это тиранозавр здешний. Странно выглядит. Я вроде как могу от него убежать. Но давай подеремся, что нам, в принципе, терять. Смотри, он, у него задний ход есть. И он испугался и побежал. Что он делает? Он еще и кричать на меня умеет. Это удивительно для этой игры. Я его один раз вроде укусил. Давай еще покусаем. Ага, у меня жизни отнялись, получается, внизу слева. И опять бензопила где-то заводится. Все, смотри, он развернулся. Я сейчас в хоз захожу ему. А, ну да. Ох, ну вы сами все видите. Все очень странно. И я чуть не умер. Он мне больше половины жизни отнял. Что за бензопила? Где она? Подожди, давай проверим крики. 1, 2, 3, 4. Вообще ничего не работает. Другие кнопки тоже. Я уже почти всю клаву прощелкал. И давай попробуем покушать его. Как это будет выглядеть? Ух ты! Кусок мяса даже есть! Меня удивляют вот эти вот игры, которые вроде как недоделка, но в них бывают такие детали, которым не хватает нормальным играм про динозавров. Ну, то есть, я имею сейчас в виду Beast of Bermuda и VIL. Ну, VIL так, с натяжечкой. Ну, я про нормальную игру. Потому что ее давным-давно забросили разработчики, и только сейчас Эврима появилась. На которую вся надежда. Так, ну и коллизия опять же есть из-за того, что я его там ем. То есть, хитбокс привязан именно к ногам. Я его пинаю, смотри, сейчас. И я встаю ему на голову, да? А когда начинаю кусать, он двигается. Ох, ё-моё. У меня до сих пор кусок мяса в зубах. Эй, давай доешь его там. Не хочет он его доедать. Ну, и вот спинозавр. Мы его сразу посмотрели. Это реконструкция не последняя 2020 года, а 2014 вроде. Да. Где-то так. Давай подеремся. А, я кусать не могу. Вот, сейчас вроде могу. Кусок он мяса выпустил, типа, из зубов. И давай атаковать. Ага, у меня-то жизни вроде не восстановились после той схватки. А, да чё ты пристал ко мне? Почему он на задние лапы встает, когда атакует? Что с ним не так? О, все, хоз, заходим. Ты там кусаешь вообще? Ну, хвост, конечно, колбасит не по-детски. Ух! Он аж подлетел. И ногу теперь колбасит. О, даже с парусом есть. Как коллизия, как бы. Так, и давай его покушаем тоже. Ох, опять куда-то полетел.
А вот так вот выглядит здесь диплодок. И давай проверять атаки. Я так понимаю, это удар хвостом, да? Только его тоже колбасит. И где именно хитбокс удара? Вот у нас подопытный. В смысле? Ну, еще один подопытный есть. Давай встанем вот так вот. А, он мелкого сначала грызет. Ясненько, только он по нему не попадает, видимо. Ну давай, пока он стоит, я развернусь вот так вот и надаю ему по щам. Там урон вообще наносится, нет? Ну, удары, конечно, да. Нет, урон не наносится. Давай еще чуть вперед пройдем. Может быть, он прям кончиком бьет, как хлыстом. Нет. Я урон получил от чего-то. Что за дела вообще? Я урон сейчас получаю. Баганая игра, ужас. Я не мог же захотеть так быстро есть, пить там все дела. Давай попробуем прям пройтись по нему. Может быть, от шагов какой-то урон будет. Да нет. А вот так вот. Смотри, он даже прогибается. Или нет? А, непонятная игра. Давай попробуем его тогда головой ударить. Потому что головой он тоже машет. А, он кусается. Серьезно? Смотри, вот сейчас урон наносится. И мелкого я уже убил. Ну ладно. Это странно, ну ладно. Я даже не вижу, чтобы у него рот открывался, типа. Ух. Давай я с этого ада уберусь подальше и посмотрим другого динозавра. Тот самый Джимоцениалозавр. Какие-то черные квадраты промелькивают. Ну, понятно. Так, ну и что ты можешь? Бегает. Ты чё так жестко бегаешь-то? И хвостом по земле бьет. Давай нападем. Ну, я мелковат, мне кажется, для него. Ох, урона сколько получил. Тихо. Я не попадаю по нему. И идти не могу почему-то. Так, все, погнали отсюда. Пошли хотя бы мелкого попробуем убить. У меня, конечно, есть надежда, то, что к релизу они все исправят. И именно поэтому как бы релиз отложили. Ну, то, что в это играть невозможно. Но слишком много чего нужно дорабатывать, багов убирать и так далее и тому подобное. Если через полгодика она где-то еще выйдет, то да, это еще будет более-менее. Смотри, а вот эти травоядные на меня нападают. Видимо, я был прав по части того, что горгозавр сломан и на него никто не реагирует. Чё ты встал-то? Я не могу бежать. Ну все, меня тупо запинали травоядные. Давай, наконец-таки, я перейду к людям, потому что, я думаю, многим интересно, как они здесь реализованы, и мне в том числе. И потом, после этого, я уже посмотрю прям всех понемногу, то есть будем идти просто по списку. Так, Аманда Граймс и Чейз Кокрен. Кокрен, наверное, но если так читать, кончран какой-то. Аманда Граймс, короче, давай. Какое-то перекрестие появилось, и все залагало. Пришлось перезаходить, и вот теперь все нормально. Правда, слишком темно. Так, если я тени отключаю, ночью становится светло. Вот это вот плохо. Очень плохо даже. Если так же будет на релизе, то это многим подпортит жизнь. Ё-моё, перекрестие это что такое здоровое? Как целиться-то буду? Ну, у меня есть вроде какой-то пистик. Так, о, на тап я могу, типа, выключать, ну, смотреть, короче, персонажа с разных сторон. Давай хоть посмотрим на саму модельку. Ну, модельки в этой игре, они сделаны вроде как нормально, более-менее некоторые. Так, побежали, озеро есть. Как я с водой буду взаимодействовать? А, я прям по дну буду бежать. Я поэтому и забежал в воду, что я этого и ожидал. Так, пистик, как ты его держишь? О, черт! Он куда-то побежал вообще в гору. Я думал, он на этого хочет напасть. Но он от меня убегает. Ну давай его уже найдем. Ай, камера, что с тобой? Типа попробуем в него как-то пострелять. Куда ты погнал? Я его догнал, но здесь нифига не видно. Вот, теперь можно. С одного выстрела? Серьезно? Вон кто-то здоровый. Давай прямо отсюда попробую пострелять.
А я урона никакого не наношу. И сейчас тоже. А вот, пошло. Ты умирать там собираешься? Я понял, короче, нужно стрелять именно в голову, чтобы урон проходил. Я сначала подумал то, что здесь просто нету именно механики стрельбы, и мне придется подходить вплотную и вот так вот стрелять, типа как укусы делаются. То есть укусы здесь проработаны, а стрельба нет. Но оказывается, просто в голову нужно стрелять, именно попадать. И сейчас еще раз проверим это дело. Ну, люди, конечно, здесь еще кривее, чем динозавры, и, ну, Виали, я так понимаю, примерно такие же были, и поэтому и сейчас убрали на доработку. Здесь, как бы, тоже сначала нужно было проработать, прежде чем их добавлять. Так, монитор... Чё? Какой монитор? Какой-то варан, да? Да, я ему в голову, когда выстрелил, он сразу умер. Давай я прямо отсюда попробую в голову пострелять. Ну, из-за такого перекрестия это сложно сделать, поэтому придется поближе подходить. Да, прям на бегу, когда ты целишься себе в руку, самое то стрелять. Ты чё, уже мертвый? Чё с тобой? Что происходит? Ясно. Это уже труп. Ну-ка, а ты? Да. В голову нормально, в тело нет. Есть я тебя случаем не могу. А то можно все ожидать от этой игры. Нет. Блин, пластилиновые динозавры. Давай еще посмотрим Кокхрана. Или как там его? Ну, у него дигл. У нее вроде... Нет, это не дигл. Это просто какой-то пистолет, и у нее такой же был. То есть, разницы в них особо нет. Просто мужской, типа, и женский пол. И все. Ну-ка, у тебя стрельба как работает? Вот если честно, я сейчас фигней какой-то страдаю. Так, давай в тело и в голову. У него вообще он никак, видимо, не работает. И, кстати, динозавры тоже по дну ходят. А, ясно. Короче, за Кокрана нужно убивать хвост. Протоцератопс. Выглядит у нас вот так. Меньше стирака. Ё-моё. Это он так кусается? Вы слышите просто этот звук? Как будто просто ботинок ставят на пол. Да. Такое. О, хищника какого-то поймали. Еще одного. Дайте мне кусануть. Блин, не дали, значит я тебя кусану. Урон наношу, и он от меня убегает. Угу. Ну все, я думаю, тут смотреть особо нечего. Можем только попробовать поплавать за него. Ох, какие странные прыжки, если я два раза на прыжок нажимаю, я начинаю ходить по воздуху. Давай, погнали в воду. И... Ну, он плавает. Только так же, как и ходит и бегает. Ясненько. Тот самый стиракозавр. Вот такой вот. И он тоже кусается, да? Мне кажется, нет. Он типа рогом своим бьет. Попробуем травоядного побить, потому что хищники что-то где-то там далеко бегают. А вот заспавнился один. Так, ты вообще там бьешь? Ну да, он типа наносится. Ну такое, ни звука, вообще ничего. Хотя какой звук может быть? Не знаю. А вот это вот хасмозавр. У него расцветка такая нечеткая. Мыльная какая-то. Так, ну и что ты делаешь? Тоже типа бьет головой, видимо. Но как-то странно. Хищника снова убили. Так, а как есть, кстати? Как есть за травоядных? Что есть? Ты типа можешь как-то пастись? Вот травка, типа, все дела. Видимо, нет. Ну вот кусты какие-то. Вроде как... То ли ягода, то ли что. Нет, это просто так листья. А, да, ягода есть. Но есть я ее не могу. Видимо, еще не проработано. Как так? Добавлять типа травоядных и не сделать возможность кушать. Чего типа? Странно. Ну вот, синие ягоды, темно-синие. Вот трайк. Итак, давай попробуем мелкого этого замочить. Чего?
Я по нему 100% попал, но ему плевать. А, вот. Нужно именно рогами, видимо, попасть. Ну, вот за трайкой я бы подрался с какими-нибудь большими хищниками. Вон один ходит. Так, все. Он на меня сагрился. Это Заврофаганакс. Но я его на изи убиваю. Ну да. Все, завалили. Так, ты случайно трупы не можешь есть? Ох, ё-моё, опять этот ад начался с закольцованным звуком. Это от него все. Ну и вот мы узнали, кто здесь стоит. Это Целофис. Это я сейчас к хищникам немножко перешел, потому что, ну, типа, одних травоядных. Прям всем списком идти сразу такое себе. Так, давай покусаемся. Ну, такое... Ну и, конечно, вон того здоровяка я не смогу убить. Ну, атаки проверять смысла нет, потому что это просто укус. Как на луне прыгаю. Цератозавр. Здесь он сделан, ну, вроде как неплохо, если не считать то, что у него бока впадают. Мне, в принципе, нравится, не знаю, моделька почему-то сама. Но глаза у всех стеклянные. Смотри, он двигает ими. Такого я еще не видел. Серьезно, ими передвигает? Я могу как-нибудь поближе? Нет. Поближе я не могу показать. Кто на меня там сагрался? Эпантерис? Ты кто такой? Ё-моё. Он похож на какого-то акрыча, только мелкого. И убить я его не могу. Он жесткий. Ну да, я отлетаю просто. А вот так вот здесь реализован Ютараптор. Взгляд такой. Странный, давай немножко поменяем время. Ну, пернатый. И жирненький какой-то. Так, а ты летать как-нибудь можешь, нет? Не. Навряд ли здесь это реализовано. Давай попробуем его укусить. Синий язык, кстати. Опять все залагивает. Какой-то скутелозавр. Я половины этих всех названий даже не знал до этой игры. Ну, то есть, очень много каких-то неизвестных динозавров, которые не популяризированы. Ну и вот так вот он выглядит. Очень мелкий, конечно. Такое ощущение, что просто ребенок чей-то. Ну, точнее, джуик. Так. А, я атаковать за него не могу. Альтернативных атак, кстати, ни у кого нету. У всех типа по одной. А у него вообще нету. Ты на меня сагрился? Ну-ка, ты сможешь меня убить? Нет, он по мне даже не попадает. Что я слишком низко для него стою. Такие вот дела. Но если подпрыгну, он, наверное, сможет меня съесть. Ну, давай. Я прям в пасть тебе прыгаю, и он меня сожрал. Так, скутелозавр, это, кстати, был травоядный, я тут уже запутался. Так, кто это у нас? Геспера? Гесперозавр. Такой вот. И у него атака идет хвостом. Сразу убил этого чувака. И давай попробуем. Ой, опять ты. Так, разворачиваемся. Вот, два раза вроде попал. Ну, такое. Почему-то удары как-то странно проходят. Он еще и уклоняется. Не, я откисну 100%. Я уже появился за стегозавра, а этот там до сих пор со мной дерется. Ну, тоже удар хвостом. Пошли, попробуем добить. Давай, ползи, тушка. Офигеть, пирожочек. Так, ты уже похилился. Ну, тут хотя бы урон вроде наносится нормально. А, чё ж вы все отходите-то? Короче, нужно просто в него спиной вставать и нажимать на удар. Я даже там вроде хвостом толком не бью, но урон наносится. Эй, какая же дичь, если честно, все это. Так, добей ты там его уже. Анкилозавр. Морда мне его нравится, но... Хотя нет, вроде как нормальная, да, моделька типа. Ну да. Так,
Сразу же получил по башке маленький хищник. И я даже не хочу с большим драться, потому что это будет то же самое. Я спиной встаю и делаю вот так вот. Снова переходим к хищникам. И это Эпантериас, который нас убил. Чуть поближе на него посмотрим. Ну, взгляд, как всегда, если... Спереди-то упоротый. У них у всех впалые бока. Видимо, да. О, хитбокс мой летает за мной, смотри. Квадрат какой-то. Я так понимаю, это хитбокс. Ничего другого это не может быть. Так, ну вон какой-то хищ есть. Пошли подеремся хотя бы. Тут кто-то еще булькает. Нет, нету никого. Чё-чё, за него плавный FPS вроде. Нет, мне казалось. Всего лишь казалось. И такой же и Пантериас. Давай, кто кого? Давай. Ну, я побеждаю. А побеждаю я из-за того, то, что я делаю больше укусов. Я как-то быстрее его кусаю. Опять звук залагал. Давай убежим чуть подальше, и я покажу, почему, типа, я выигрываю. Он кусает вот так вот. А в этой игре можно кусать вот прям вот так. То есть там, не знаю, 3 укуса сразу, наверное, проходит за это время. То есть я еще первый раз не укусил, а уже второй раз кусаю. Вот так вот выглядит Заурофаганакс. Тоже неизвестный до этого времени мне динозавр. Угу. Даже звука укуса нету. Вот, они типа в одном виде карнозавры. Что странно. Ну и вот Акрыч, Акроконтозавр. Угу. Вот такой вот он. А где его шипы? Вроде как должны быть, но нету. Так. И укус. Тоже звука нету. Ну, короче, непроработанная. Половина динозавров и половина игры, если не больше. Кархародонтозавр. Тоже из их вида. Ну, как уверяет разработчик. Гигантозавра мы уже видели, поиграли за него немножко и возвращаемся снова к травоядным. Это у нас игуанодон. Так, на передних лапах ты все-таки не ходишь, да, здесь? Ну, потому что мы в Jurassic World Evolution, когда играли, я удивлялся, то, что он ходит на передних лапах и именно на пальцах своих. Это выглядело странно. Так, я тут при ударе делаю шаг вперед и, наверное, лапой бью, да? Скорее всего. Я попробую просто мелкого завалить. Да. Игуанодона мне здесь моделька не нравится. Но вот как в Jurassic World Evolution она, конечно, намного лучше. А это у нас каритозавр. Ты кусаешься тоже, что ли? Нет, вроде как передними копытами бьет. Но у них вроде копыта. Жди. Ну да, что-то похожее на копыта, по крайней мере, здесь. Так. Его я почему-то не могу ударить. А, ну вот. Урон наносится. Платиозавр. Какой удар передней лапой. Когтистой. Это, видимо, местная резина. Смотри, какие когти. Только у него перьев таких нет. Амаргозавр. Такое ощущение, что он уже какой-то побитый. Нет. Это расцветка и... Шипы, как у ежика на шее. Что у тебя за удар? Видимо, укус. Да. Такой же, как у диплодока. Обманный. Как будто хвостом, но это укус. Андезавр. Вот так вот выглядит. И какой-то он квадратный, мне кажется. Так, что у тебя за удар? Что, опять нету удара? Ну-ка, давай попробую его потоптать. Да. Он умер от того, что я просто по нему прошелся. Ну, то, что, типа, вес большой, все дела, копытами просто затоптал, а удара нету. Может быть, потом будут какие-то альтернативные, удар хвостом, силовуха. Но не сейчас. Вот так вот выглядит мазиакозавр, если я правильно прочитал. Смотри, вот тут хорошо видно то, что он шевелит глазами. Стремно как-то шевелит, но... Но шевелит. Торвозавр. Который больше похож на какой-то труп динозавра, чем на самого динозавра. У него даже нету глаз. У него они просто залеплены. Ему забыли их, видимо, сделать. И по цвету он как трупешник. Ну-ка, ты хоть кусаешься там? Ну да.
Вот так вот. Тот самый спинозавр реконструкции 2014 года. Ну, типа, в последнее у него должен быть еще хвост, как минимум, плавник. Да и парус по-другому вообще выглядеть. То есть, ну, по последним исследованиям, я могу прям по деревьям, да, прыгать. Ну все, буду сидеть на дереве, ждать добычу. О, он даже чухается. Анимация типа какая-то есть. Правда, она прерывается еще. Ну-ка, что у тебя с глазами там? У тебя они хоть есть? Да и смотри, какие-то другие, как у кошака, типа, вертикальные. Зрачок сам. А вот Дилун даже меньше, чем вот эта вот мелочь, которую я уже забыл, как зовут. Давай попробуем его покусать. А, нет. Я думал, он уже не кусается. Сколько там ударов тебе нужно вообще? Ой, в баню. Ну и, наконец-то, последний из того, за кого мы еще не играли, это тиранозавр. И да, у него звук, как у бензопилы. Просто послушай это. Ну чё за звуки? Ну не может динозавр издавать таких звуков. Хотя откуда мне знать? Так. Звук укуса странный. Вроде как хотели сделать крутым, да? Но звук бензопилы смущает очень сильно. Ладно, на этом я уже буду заканчивать. Я офигел просто с этой игры. И смотреть всех динозавров, постоянно рестарт сервера делать. И температура в комнате просто адская. Потому что, серьезно, видюха греется. Ужас как. Игра супер не оптимизирована. Ну ладно, будем ждать ее на релизе. Я, наверное, все равно буду обозревать, неважно, будет ли она стоить каких-то денег, чтобы вам просто это все показать. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.